Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Приехали в лес. Уже вечер. Такие вот поля здесь. Птички поют. У нас потеплело. Решили съездить в лес. Все повысохло. Здесь такие полотенки. Все повысохло. Очень у нас сухо. Вот такое вот поле. Конечно, еще цветочки не распускаются почти никакие. Вот такие вот уже распустились. Так вот такой вот. Такая полянка. Здесь раньше косили сено. Ну, пока вот еще не цветет. Вот здесь вот вдалеке маленько. Вот лобозник начинает цвести. Беленьким, да. Вот он. Лобозник. Белое такое поле. Еще только-только вот начинает. Такие вот цветочки. С него чай запаривают. Такая вот поляночка лобозняка. Но еще он только начал цвести. Такие вот синенькие цветочки. В этом году сухо, поэтому трава не сильно высокая. Только вот синенькие цветочки цветут. И лобозник начинает. Такой вот он красивый. Очень ароматный. Пчелки с него мед собирают. Вот такие вот полянки. Может быть, еще что-нибудь найдем. Только один лобозник. И вот синенькие опять цветочки. Такие вот полевые. Ну, тоже симпатичные. Там что-то такое лежит. Что-то там такое лежит. Посмотрим. Ой, дровишки лежат. Вот они, дровишки. Кто-то дровишек напилил и оставил. В общем, такой вот просторы такие. Небо красивое. Комаров, конечно. Ну, хотя в этом году не так много комаров, но тоже есть комары. Грибов пока нету. Сухо. Может быть, после дождей пойдут грибы. Вот такие вот дровишки. И леса, и солнышко. И вот такие вот болотца. Хотя сухо, но то воды тоже прилично так. Везде на окраине леса выкопаны ямки, канавки. И вот такие вот болотца образованные. Ну а всем тем, кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости и пока-пока!